за поиска первого раунда. Красный угол отдыхает на Зенищане, город Атырау, Республика Казахстан. 1997 года рождения. Мастер спорта Казахской Республики Казахстан. Является чемпионом Республики Казахстан 2016, 2017, 2018 годов. Бронзовый призер чемпионата мира среди молодежи. Тренируется под руководством Бибита Ищан. К данным соревнованиям подготовил Бибит Ищан. Закончится второй раунд. Синим углом отдыхает Владислава Кухта, город Костанай, Республика Казахстан. 1999 года рождения. Мастер спорта Республики Казахстан. Боксом занимается 8 лет. Является чемпионом Республики Казахстан среди женщин 2020 года. Серебряный призер чемпионата Азии 2021 года. Тренируется под руководством Акзама Барлыбаева. К данным соревнованиям подготовил Акзам Барлыбаев.
К выходу на ринг приготовится седьмая пара. В этом бою со счетом 3-2 победа держал Владислава Кухта.